Всем привет! Ошеломляющая новость для команды СКА, а точнее, наверное, больше всего для болельщиков СКА. Не знаю, это правда, неправда. Много слухов ходит. И, в общем, так, вы готовы? Вы готовы это увидеть? Смотрите. Такая вот информация, друзья, поступила. То, что Александр Радулов может играть в составе СКА. Не знаю, это, насколько это правда или утка, но есть такая информация. Кто-то уже высказывался по поводу, если Радулов будет играть в команде СКА, то что нам необходим этот игрок. Он нам нужен. Кто-то говорил, что зачем нам этот пес и псих. Он не подходит для формата СКА. Его надо поменять в сборную вместо Мазякина. Вот такая вот у нас вот информация, друзья. А верить в это или нет, не знаю еще. Дальше будем за этим следить и смотреть. Может, что-то у нас и проявится. Напоминаю то, что у Радулова нет нового контракта с Монреалем. Так как они уперлись в потолок зарплаты, они не готовы платить ему больше, чем 5,7 миллионов долларов. И так как у Радулова нет нового контракта, в связи с этим он не может выступать за сборную России, потому что у него нет работы. Короче, будем смотреть и наблюдать. Всем спасибо, всем пока.